Здоровенькі були люди добрі, ви на каналі Ірина Бардаль, любов зі мною, ми з вами в штаті Теннессі. Їдемо ми на Іллінойс, я вчора була, ой, де я тільки не була, і не вчора, і позавчора, і... Коротше, була я в Джорджія, Каролайна, Саут Норт, сьогодні утро почало з Норт Кароліни, Каролайни, і от в Теннессі, коротше, гори, красотіння. Утро у нас местное время 9:34 и 69 по Фаренгейту. Замечательное утро. Вчера я становилась и такой легенький дождик был в горах North Carolina. Но сегодня утром вот такое вот туманчик, и солнышко где-то пробивается. Ну я так, проездом здесь, поэтому я не переживаю за погоду, какая она будет. Сегодня у меня планы прогнаться целый день и потом уже завтра отдыхать. Ну, по крайней мере, такие планы, по милости Господа, да, мы же люди, что мы можем думать и загадывать наперед, да. Америка уже зеленая, по большому счету, везде уже весна буянит, красотень, как вы это и наблюдаете. У меня неделька была продуктивной, хорошо ездили. Ну, по этим, как сказать, меркам сегодняшнего дня, да, неплохо. То есть, как-никак, работаем, все отлично, да. Можно жить, как говорится, все окей. Я хочу, вот та неделя, ну, вот эту неделю я заканчиваю, да, следующая еще одну, две недельки, и потом... Потом я буду, ну, короче, получится рейс этот у меня затянется на 3 недели. И потом возьму такие выходные себе, у нас будет Memorial Day как раз. Извините, мне как раз приходят какие-то видосики. И может быть оно пикает на видео, будет пикать, извиняюсь за качество. Ну, потому что я снимаю на телефон, и, естественно, у меня в телефоне все, да, WhatsApp, Viber, все, да, поэтому что-то когда-то, если приходит, у меня немножко видео будет такое пикать, да. А, о чем я говорила? А, что будет у нас праздники, и я возьму подлиннее выходные, хочу просто отдохнуть. Прошлые выходные, что я была дома, я вообще никак, эти выходные пролетели, вот я приезжаю домой, что-то делаю, туда-сюда, туда-сюда. И ты смотришь, тебе уже надо собираться в рейс. Ну, получается, 2 дня это вообще ни о чем. Если 2 недели не бываешь дома, 2 дня ни о чем. Поэтому вот с праздником я хочу взять, чтобы уже быть пятницу дома, суббота, воскресенье, понедельник, и вторник я выйду в рейс. Ну, то есть уже какие-то 4 дня будут у меня выходных. Поэтому такие планы. Надеюсь, что у всех вас, моих подписчиков, все хорошо. Спасибо огромное, что заходите на канал, просматриваете. Я это делаю для души. Поэтому, кому нравится, ставьте лайк, комментируйте. Новые люди, которые, если вы только зашли на мой канал, спасибо огромное. Подписывайтесь, оставайтесь со мной, если вам нравится дальнобольная тема и все, что связано с дорогой. Будем со мной путешествовать. Всем добра и мира, замечательных выходных. Еще раз, друзья, всем здоровья крепкого. Все будет Украина. Я з Україною і надіюсь, що скоро все закінчиться. Я дуже хотіла би так. Ну, не в нашій та власті, наверное, да? Ми прості, мелкі люди, ми тільки можемо що молитися і переживати, да? До нових зустріч в Ютубі. Всім пока.